Всем привет! Сейчас самая активная пора отпусков. Если вы собираетесь в поход или поездку, вам не обойтись без вместительного рюкзака. Всевозможные сайты предлагают рюкзаки по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Рюкзак прочно вошел в обиход горожан, перестал быть атрибутом только путешественников и туристов. Возможность освободить руки и переместить весь груз за спину привлекает многих активных городских жителей. Дополнительному распространению рюкзаков способствует наступление эры смартфонов, ведь теперь одна рука почти всегда занята драгоценным гаджетом. Выбор городского рюкзака для повседневного использования напрямую зависит от ритма вашей жизни. Городской рюкзак может быть продолжением спортивных увлечений своего пользователя. Если вы физически активны, например, бегаете или ездите на работу на велосипеде, то в качестве городского может выступать велосипедный или мультиспортивный рюкзак. Он плотно лежит по спине и не болтается во время резких движений и уклонов, сохраняя стабильность переносимого груза. Активным горожанам, которые много путешествуют, любят короткие туристические маршруты или походы одного дня, подойдут небольшие рюкзаки для хайкинга, то есть горных прогулок. Из всех туристических рюкзаков они больше всего подходят на роль городского. Карман для воды часто используется в качестве отделения для планшета, ноутбука. Большие отделения позволяют расположить необходимые в пути вещи. А компактные размеры таких рюкзаков соответствуют габаритам ручной клади. Для посетителей спортивных залов и тренировок на открытом воздухе подойдут городские рюкзаки с большим отделением, изолированным от остальных. В нем можно расположить тренировочную одежду и кроссовки. В крайнем случае сменную обувь можно разместить под эластичным шнуром сеткой, которую производители часто добавляют на переднюю панель своих городских рюкзаков. На сайте Wildberries рюкзак походный Bagway сейчас можно приобрести за 2493 рубля. Его прежняя цена – 9990 рублей. Рюкзак на 45 литров представлен в черном, фиолетовом, красном, бежевом цветах. Рюкзак-трансформер станет отличным решением для мужчин, которые любят активный отдых на природе. Рыбалка, охота, туризм, поход – это те места, в которых важно брать с собой все необходимые вещи. Надежные крепления швов и премиальные фурнитуры делают рюкзак верным спутником во время активного отдыха. Рюкзак имеет несколько отделений для хранения вещей. В него прекрасно помещается телефон, планшет, ноутбук, документы. На сайте Озон туристический рюкзак предлагают за 1441 рубль. Раньше он стоил 5000 рублей. Рюкзак-трансформер с объемом 80 литров, затягивающимся основным большим отсеком, верхняя часть закрывается клапаном для принадлежностей на застежках, два боковых кармана на молнии. Рюкзак выполнен из прочной водоотталкивающей ткани. Не уступает по объему, но гораздо удобнее, чем сумка. Очень легкий, в отличие от рюкзака, ратник. Грузоподъемность 70 килограммов. Легко вместит крупногабаритные предметы – удочки, снаряжение, снасти. Цвета песочный, зеленый и черный. На сайте Спортмастер рюкзак походный сейчас можно приобрести со скидкой в 14% за 4299 рублей. Это новая версия популярного туристического рюкзака с улучшенной комплектацией от Outventure. Передние и боковые карманы, а также карман в клапане рюкзака позволят удобно разместить вещи. Предусмотрена возможность внешней навески снаряжения. Регулируемая система подвески настраивается в зависимости от роста. Алюминиевая лата, формирующая профиль спины, подгоняется под особенность фигуры. Непромокаемое дно поможет сохранить вещи сухими. Нагрудные и поясные ремни надежно фиксируют рюкзак. На сайте Яндекс.Маркет походный рюкзак продается со скидкой в 69% за 1285 рублей. Водонепроницаемый камуфляжный туристический рюкзак емкостью 80 литров изготовлен из нейлонового герметичного материала, прочный и водостойкий. Имеет широкий и толстый пояс, удобный для переноски. В нем много разных карманов. Все проблемные места прошиты дополнительно. Есть возможность дополнительного обвеса блоками. Отлично подойдет туристам, рыбакам, грибникам, охотникам. На сайте магазина «Кант» рюкзак туристический можно приобрести за 12 990 рублей. Объем 50 литров, ширина 30 сантиметров, высота 61 сантиметр, глубина 18 сантиметров, без каркаса. Имеет боковые и фронтальные карманы. Есть грудная стяжка и поясной ремень. Подходит для походов и трекинга. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки!